Приветствуем вас на нашей выставке «50% прозрачности». Я куратор Валерия Александрова. Выставка наша прекрасная проходит в НИИ на Рентгена 4 в Санкт-Петербурге. Участники у нас арт-группа «Паразит». Их всех объединила концепция выставки «50% прозрачности». Сама выставка, она достаточно была широкой и свободной в плане восприятия художников, поэтому прошли такие небольшие исследования у каждого, и, соответственно, каждый из них в той или иной мере погрузился глубже, кто-то меньше погрузился в эту тему. А в любом случае у нас получились очень красивые и многогранные, и глубокие высказывания, абсолютно разные, в абсолютно разных медиумах. Для меня самой, как куратора, было тоже небольшое исследование проведено, потому что я увидела, как в целом люди воспринимают то или иное понятие прозрачности, призраков, вуальности. Поэтому для меня это был первый опыт кураторства, и, на мой взгляд, получилась прекрасная полноценная выставка. Thank you.